Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации, иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей. По данным следствия, 12 марта текущего года участковые уполномоченные полиции отдела МВД России по Хангаласскому району в помещении Махсуголовского отделения полиции с использованием беспомощного состояния 32-летней потерпевшей совершил в ее отношении действия сексуального характера. Женщина не могла оценить характер производимых действий в силу своего беспомощного состояния и дать отпор злоумышленнику. После мужчина был уволен из органов внутренних дел. В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. С использованием современных средств криминалистической техники осуществляется изъятие следов и веществ, имеющих значение для установления истины. Подозреваемый задержан. Готовятся материалы для внесения в суд ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.